В ряды бессмертного полка в этом году встанет на 1000 участников больше. С каждым годом количество желающих растет. О подготовке к праздничным мероприятиям рассказал глава города Михаил Гмырин руководителям местных отделений политических партий. Встреча с руководителями местных отделений политических партий прошла по инициативе мэра Северодвинска Михаила Гмырина. С главой города обсудили не только подготовку к праздничным мероприятиям, но и поговорили о предстоящих выборах депутатов городского совета 6-го созыва. Они пройдут в сентябре. Хотелось бы, чтобы меньше было каких-то конфликтных ситуаций, чтобы не было тех моментов, которые бывали у нас. Иногда. Глава администрации Михаил Аркадьевич Гмырин уже не первый раз собирает наши городские политические организации. И это очень правильно и важно, я считаю. Не хотим никаких грязных выборов. Должны быть нормальные, чистые выборы. И избиратель на самом деле, смотря на программу каждого кандидата, должен четкий сделать выверенный выбор. Итогами встречи стала договоренность всех участников во время проведения выборов действовать по закону, не допускать заведомо ложных высказываний, не использовать грязных технологий в предвыборной кампании.